Для приготовления карпа нам необходимо сама рыба, сметана, майонез, лук, соль, перец и возможные приправы к рыбе. Рыбу мы уже очистили, распотрошили, порезали на порционные кусочки и выкладываем теперь на нашу посуду, в которой мы будем ее запекать. Рыбу не нужно ни перчить, ни солить, все будет в нашей приправке к рыбе. Хорошенько выкладываем. Так, теперь готовим лучок. Лука вы берете сколько хотите и режете как хотите. Нам необходимо его поджарить до золотистой корочки. Тут я взяла лука примерно на 1,5 кг рыбы, 4 головки лука. Он поджарится и будет сладенький и дополнит вкус рыбы. Пока обжарится наш лучок, давайте сделаем соус, заправку для нашей рыбы. Для этого мы берем сметану. Также количество сметаны рассчитывайте по килограммам вашей рыбы. Вот я взяла где-то грамм 250. Сюда же я добавлю майонеза чуть-чуть. Напомню, что рыбу мы не солили и не перчили. Мы будем солить и перчить нашу заправку к рыбе. Сюда же добавляем по вкусу соль, перец. Если вы хотите использовать какие-то заправки, приправки к рыбе, также можете сюда их добавить. Перчим по вкусу. Готово. Так, идем к нашему луку. Наш лук уже хорошенько поджарился, имеет золотистый оттенок, говорит о том, что он уже готов. Так, возвращаемся к рыбе. Сверху на рыбу выкладываем наш лучок равномерным слоем, чтобы вся рыбка была у нас в лучку. Рыбу желательно выкладывать одним слоем, так она будет вкуснее. Так, расправляем. Ну и сверху добавляем наш соус со сметаной и майонеза, со специями. Также равномерно распределяем по всей рыбке. В процессе выпекания сметана подтает и окутает всю рыбку, то есть на дне она также будет. Все ингредиенты мы уже добавили, рыбка готова к запеканию. Отправляем ее в духовку на 20 минут при температуре 200 градусов. Рыбка готова. Всем приятного аппетита!